Зовут? Валя. Валя. Валя, давай, можно прыгать. Подождите. Можно посчитаю? Так, вот здесь все у меня, там все крепления все хорошо, на месте. Да. Посчитать? Я посчитаю. Раз, два, три. Влад, можно я тебе скажу? Я тебя люблю. Спасибо, что ты подарил мне эту эмоцию. Все, это на краю крыши, видать, такие слова. Все. Раз, два, три. Это очень сложно. Инстинкты самосохранения вопят. Баба сеяла горох и сказала деду ох. Твою мать. Все, я точно не умру, да? Да, конечно. Все проверим. Сейчас ветер кончится. Никогда, наверное. Лучше прыгать сейчас, потому что он может усилиться и придется ждать еще неизвестно сколько. Раз, два, три. Просто делаю шаг, да? Да. И прыгать я не левой буду. Левой рукой при этом не держимся сзади. Можешь ею же взяться за веревку. Да. Сейчас, подождите, это прям очень страшно. Так, все. Вот страшного прямо вот здесь, Влад. Горизонт смотреть, будет спокойнее. Все, раз, два, три. Все, это просто сделать шаг. Сколько тут минут обычно дольше всего стояли? По полчаса бывало. Нет, нет, я сейчас. В смысле, это прям вообще просто. Вообще. Все. Вот реально хочется развернуться и не прыгать. Нет, я смогу. Чего я? Просто подтверждаю эту веревку, я там. Сейчас уже все, там девочка. Если я отпущу веревку, она ничего с ней не будет, да? Ничего не будет. Опять! Сейчас. Тут девочка поднялась. Так, все, давайте. Все, можно? Да, вот сейчас давай. Все, не держусь, прыгаю. Да. Без раздумий. Взгляд на горизонт. Вторую руку за веревку. Смотри на горизонт. Смотри на горизонт, не вниз. И делаю шаг. Давай посчитаем. Давай. Пять. Четыре. Не держись. Три, два, один. Давай! Thank you.
Ой, 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 ой! Я не хочу в дерево! Нормально, нормально. Да ё-моё! Ловите меня кто-нибудь, я не хочу на дерево сесть! А, скорее лови меня! Ой, ой! О. Вон туда. Куда, куда, куда? Вот прямо сюда? Да. Вонючие кусты. Господи.